Tyrone Spong, how do you like our interview? Oh, Tyrone Spong. Фред Роверс спрашивает: Тайрон, ну как тебе, нравится наше интервью? И вот, наконец-то, Чо подключился. Тайрон, звезда. В прошлый раз ты побил Каукла, и как ты сейчас готовился к этому поединку? Знаете, я хорошо подготовился, я чувствую себя здорово, все у меня нормально, и физическая кондиция нормальная. Я очень быстр, остр, и это будет титульный бой. Так что я думаю, что этот титул все-таки достанется мне. А какие планы? Ну, я очень хорош сейчас и постараюсь боксировать, использовать всю технику. Я такой борец комбинированного стиля, и все оружие, все мои техники я использую. Ты знаешь своего соперника? Да нет, особо-то я не знаю. Ну, знаю лишь одно, что все тайские бойцы очень хороши, и те, кто сюда приехали, все здорово работают, и поэтому мой бой, он сегодня единственный с ударами локтем, так что будет очень серьезный и острый бой. Ну, а только что разговаривал с Кауклаем, теперь он знает Тайрона Спонга. Я думаю, что знает, рассмеялся Тайрон. И вот, готовится выйти на ринг Тайрон Спонг. Клуб FFC, 78 килограммов 800 граммов, рост 1,88 м, чемпион Голландии, двукратный чемпион Европы и чемпион мира, 63 победы, из них 45 нокаутом и лишь 2 поражения. Очень молодой парень. Из Амстердама. Люсьен Карбин, вы, конечно же, узнали выдающегося человека, который был вместе с Тайроном в углу. Ну, а это тайский боец, обладатель медали Кубка на день рождения короля, в честь дня рождения короля. Йодчай. Йодчай. Весит почти 79 килограммов. Он из клуба Пячпун Джим. Your referee. Ну, I have to say your name again. Yusuf Aknik. Предстоит провести 5 раундов по 3 минуты. И сразу стало нам теплее и веселее. And dames en heren, dit zijn full Muay Thai rules. Dus ellebogen naar het hoofd zijn. Все разрешено здесь. Настоящие правила Muay Thai по полной программе. Ноги, руки, колени, локти. Бой предстоит, конечно же, жесткий. Но и спортсмены достойны друг друга. Тайрон выше. Рост Тайрона почти 1,90 м. Ну, 1,75 м рост Йодчая. Мощнейший фронт-кик наносит Тайрон. Тайрон Спонг в белых трусах, в черных трусах бьет чай.
Тайрон обладает очень хорошим быстрым ударом из любого положения. Это боец современного стиля, такого универсального. Он даром считается восходящей звездой голландского кикбоксинга. Но это и вот локтем. Первый удар локтем наносил Йодчай. Тайрон отвечает. И боковой справа открывает счет рефери. Йодчай демонстрирует готовность к продолжению боя. Тайрон бьет хвостом, как дракон. И удар сверху едва-едва. И еще раз справа и сбоку. Спонг в своем репертуаре слушает своего тренера, что еще нужно сделать. Прямой слева, но здесь не было ничего, просто оступился, пьет чай. И, по-моему, бой можно останавливать. Нет, нет, нет. Третий нокдаун, и в первом же раунде, три нокдауна в одном раунде. Этого оказалось достаточно для рефери, чтобы остановить бой. Тайрон Спонг. Молодой и красивый. Сильный и техничный. Ну, таким и должен быть настоящий боксер. Вышел против очень хорошего тайца. Ну, я думаю, доволен, конечно же, Люсьен Карбин. Этот седобородый старец от Муай-Тай. Против таких ударов не смог устоять тайский боксер. И вот сейчас официально объявят победителя этого поединка, кому достанется пояс. Пояс чемпиона турнира Slam World Title. Король ринга. King of the Ring. Так зовут Тайрона Спонга. Ну и здесь не бравада, не хвостовство. Действительно, Тайрон очень хорош в ринге. Реми Баньяски с поясом, с кубком. Winner from the blue corner and world champion, Tyrone, King of the Ring, Spong! And the awards will be given by Remy Boyoski. Очень здорово отработал сегодня Тайрон. Пояс – достойная награда. Чемпион мира. Это неплохо. Публика здесь более теплая, чем в Японии. Да. Да. Мне все нравится. Это удивительно, но очень здорово все. Хороший бой получился. Только один раунд. И знаете, что
Большинство европейских бойцов, а также из других стран, совершают ошибки в бою с тайцами, стараются действовать быстро, и тайцы работают в своем стиле, и нужно, конечно, думать о том, что делает твой соперник.